Поздравлены, дорогие мои, с вами энергетический терапевт Елена София Синичер. Все меня познают по моей книге «Заведение мощь», туди по моих терапиях энергетического глушевания телеса, по наповедях, которые я же делаю 11 лет за нашу любу, драгу Словению. Наповедь за лето 2024 вырекла бы наповедала позитивно ее, желим ее наповедать позитивно. И зачела бы стега, да, наше живление, я его гледаю, как великий-великий супермаркет. Лахко ты придешь в него, лахко ты пьешь, ешь, лахко ты почнешь все сорты. Некоторые крадут, некоторые разбивают, некоторые притыпаваются, некоторые пач устваривают, устваряльность некую. Некто крегается, некто любится, некто там раевает. Все, ни да ни. Вот живление, оно наполнено всем. Видите, в чем занимливость? Да на концу тега супермаркета стоит благайна, при которой треба за все плачать. За все, кай си имел доброго, кай си имел слабого, за все прийде расплата. И то не в динариях, то и в других заделах. И расплата гре туди через наших утрок, расплата гре через даже наша старость на нек начин, туди расплата за некоторые наши деяния, за некоторый похлеб, за некий кай мы слабого туди али помыслили, али неки нарядили. И вот это лето, оно идет на таком, на вдыху, да, каждый платит за свои деяния. И велик мы бы видели, как у людей, которые стоят на зело высоких положаях, которые не кочи лето и лето собыли там, людей, которые пач укваривались гуманитарной помощью, которые отговорны были за то, да некий некому доделят, некий некому дают. Поле дугается то, да был динар покраден. И вот это лето бо огромно приискав. Приискав бо таких людей, которые были на высоких положаях. Марси, которые створи бо шли в явность. За девы, которые не бы были только, дабы их не оглашивали. Ампак люди, среди таких людей бо огромно туди самоморов, о которых мы бом услышали, которые не бое наставно издержали притиска явности, притиска приискал. И в главном на нек начин бо туди в политике, политические деятели, при Марсе которых туди, по-моему, притча тему. И бы рекла вам, да, лето, которое люди бо с некоторыми протестами шли на цесты, с тем нич не бома мы сприменили, по полному нич, мы свою волю и незадовольство лахко изразим, ко у нас в Литве. Когда в Литве, вот так рад пейте и изразите свой погляд, как у политика вы бы жалели иметь. А да избираму политика, который бы нам отговорил, мы должны поглядать его отзади. Че человек имел как у подетия, света тот человек имел за последние люди. И лахко мы поглядаем, как у его запоследные люди, а были с ним задовольны. А видите, вот запоследный человек, он более пове, как и его директор, как он поговаривает, рецимо, я сам более чем припричена до Марси, который директор не типа знает имя частилки свои. Там, как видишь, уже однос люди. И вот этот вот однос мы уже будем видели, когда грем на Литвы, да избираем
политика, мы, по-моему, видели его деяния, избирали по деянию, не по тем, кай он ублюбливает, а мы, по-моему, видели его деяния, которые он не коч делал там при своих запасленных, при как, насколько он отговорен. И так мы лаку изражаем туди свою волю, кого мы избираем. Здай, сегеда бо провокации, бо огромна провокации. Позива на некі революционные навдихи, некі ностальгии. Я, рецимо, ніби припорочила, да кто кар колі ходить на некі ставки карнічні, бо ми спримінили, само лахко спримінім з тем, когда валитвуем і грему і зразим свою волю. То і то. І вот эти вот політичські деятели, туди при них бо догаялася огромна спримемп, кер'є бо поскусили нікако зачеть искать при людях поддержку, и должны будут туди упоштевать наше мнение и соделовать в тем. Это то, что тыщет политики. Света во всем свету буду гаялися, так как я рекла, революционный некий навдых, огромные провокации. Не дайте сине на бене провокации. Огромно околь нас, околь Словении, бо туди дугаялись террористические акты. В торговских центрах, в школах. Вечина то, бо, так бы рекла, придобить позорность. И как бы стара ночит нового, и желит обдержаться на власти. В Немчи бо рушилися марси, которые с град бы знают зрушатся в Немчи. При нас є туди земля никако зачнет упираться всей той напетости. Мальбо упиралася с тем, да, весь этот негатив, негодование людей. Света земля живий организм. Кай у нас только я буду гаялась. Ланска лето я сам рекла, да бо поплавы. Погляньте, поплавы еще бо у нас дугаялися. Я с речем, да и приближно еще 2 лети бо дугаялися поплавы. Только течет потрясов, да, у нас в Словении бо потряс. На жалость, я с никого не страшим. Исто как с поплавами. Я никого не страшим. Я че каркули говорим, о тем, да бо поплава, а либо потряс. Не заради того, дабы застрашивала людей. Далі чу того. Я желим само вас упозорить. Надолучене, да вы некі нардите. Погляйте, чи ви живите на поплавном обмочу. Погляйте, чи ви живите на этом обмочу. Было бы файн, да вы маєте некі такі коучики, лахко і маєте там свої папіри в этом коучику. Нікако приправитеся за первый час, дабы вот борьба за приживетие. Вот сваки, не вем, свака ауто има первую помощь, я? Вот у нас дома должна быть некая подобная вот такая первая помощь, которая в случае таких неких временского холапса, да мы легко проживем некий час. Видите, что самое интересное, как я Дианску желим вам поведать? Ко, рецимо, потряс. Нас никто не учит, како равнать правильно при потрясу. Како мы должны себе защитить. Как проживеть первый час этого потряса. Вот это первые помощи, да, которые должны быть там, например, лучка, которая делает на батареях, там, не знаю, вода, да ты проживишь, никак упускай в стеклянице, в пластике, неважно, какая, рецимо, там некий комодичек кроха, некий сухого припеченец, да некий час ты проживишь, доклер тебя не найдут. Нас никто не учит тому, како мы сами себе легко поскорбим за себе в этот тринуток, когда на равные не встречи.
Погляньте, нас злолепо в задние часы изобразили, каком мы должны быть руки. Но нас никто не изображает, каком мы должны поскорбеть за себя, чья как она равна катастрофа. Было бы злолепо, дабы, рецимо, при наших гасильцах влаживались бы средства, дабы, рецимо, от хиши до хиши ходили, показывали в случае, че как они варность, кей лахко человек скроется, кай он дианско должен иметь дома, да нам дома как и брошюры пошли, да мы вемо равнаться в таких критических ситуациях. Врямите, да марсик кто не знает равнаться, реально не знает. Как упозоришь на себе, где твое тело находится. Могучи бы, я не знаю, как и при помочке бы дали нам в виде неких записниц, например, или некого медальона, да, который зазна бывание, если находишься в котором простору. То и за вашу варность. Например, только я говорила за поплавы. Поглядите, чем мы уже узнаем вот эти заворовальницы. Поглядайте вы, как у заворвальную полицию вымати. Нас никто тоже в тем не изображует. Нам придут, повеют, а пак мы не имам часа прибрать, взять час, да приберем, да упрашаем. Погляйте, заворвание от поплавы есть от излива воды и поплава. Это два разных пойма. Марси, кто заворует за излив воды и мыслит до той от поплавы? Излив воды – это то, чье как пипа попустит, али канализация, али шейники, когда тебе в хише твое заради пачизлива. Али рецимо поплава. Поплава – это уже наравно то река, али езера, было б кай. Вот тук я треба упоштевать. С тем наменом я говорим и опозариваем людей. Не с тем, дабы я карколикога страшила. Только я треба саму то разуметь. Никак вот треба организировать те створи, да. Мы тут отговорны за себе, за свое оживление. Я сам разумем, я бы жалела, да, да тех наравных появов не бо. Ампак на жалость ебо, кар наша земля – это живый организм. Как и человеческий организм. В часик у нас там сердце зачнет перебой. Земля тут има. Она не может только всего приношать, кай паче, вот эти войны, настрой людей. Она тут и реагирует на то. Эмоционально и реагирует. И реагирует ше тако, да мы тут и то зачутим. Только и тычет, рецимо, земли, только мы говорим уже о временских размерах, о земле. В это лето земля або керпрцей, бы рекла так, плодовита. Кметы с собой имели крылеп урожай. Вот при всех тех задевах, которые будут. Вот кравы, живинорейство, только бо приплод, огромное потомство при кравах, при живалях. Так, бэби-бум бы так рекла при живалях. Вплоть до того, да вот так маль посмеемся. Вот кмет поглядает на краву, она уже бубрея от него. Зато карпачтак у лета. Мальхеца должна быть во всем тем. Кай бы еще жалела поведать. Занимливость тега лета бо то, да земля нам в Словении некий бо отперла. По всей вероятности, я мыслям, да приды на плану нека археоложки, некий занимливого за археологов. И бо некий из старых часов некий приды как клад, как заклад лахко речем. Ампак земля бо дала то на повершие. Время бо тако, да бо сведа бо пожары. Пожары бо не ток заради временских размеров, а то, как бо подтакнуты. За налаж бо подтакнуты пожары. Кер Марсик то могучи бо хотел, где вот этой финансовой кризы, некие отшкоднины, али заради проблемы в дружине, на различных подрочах. Но пожары знают быть подтакнуты. Ветер, я бо зело ветровна. Ветер бо... Керпрецей мочан. В некоторых регионах
зна би да стрехи бо снашал ветер. Ампак тоа бо у нас вот этот процес догаял околи ше две лети. Клюб сему, мы бому преживели. Чи вы видите, да у вас стреха же пошкодована? Дайте как-то поскусить то заворовать, да все то не отнесет. Поскусите никако. Знаете, мне вам тяжко говорить заради того, как поскусим донести маленькость, дабы мы люди туди не обтуживали кого друга гампак себе. Чи ты видишь, да некая задева до трайна, себе да час бы побрал свое. Все има некая версты рок трайня. Даже однос человеческий има рок трайня. И когда ты навязуешься на человека и мыслишь, что я до конца живления, на жалость, не греет такого, как мы мыслим, да я до конца живления. Некий приды до спримем. Спримем в односах, как мы спримениваем наше мышление, наше деяние. Так и тука иста, рецимо, облачила туди има рок трайня, как и продукты питания, как узамим в торговине, туди има свой рок трайня. Крем от преш, туди рок трайня. Так вот и хиша, она туди има рок трайня. При некоторых е рез в те часы градня, здая градня, позна. Те новые градни, они более устойчивые, более на потресы. Старые градни мань на потресы. Сведа бы пришла до неких вот этих балансов по потресов. Ну, только бы дугаялась она околи нас, верямите, Словения е Богом, има от Бога защиту. Мы как-то легко пройдем то, на легкотный начин, не бо то, то критически за нас. Рез є вітров на бо, і я с мислим да зна прийти до неких катастроф, которые тичат неба, бо там в небу бо некий пок заломочен. Не можем речить кае то, ампак некий огонь в небо. Али то я лахко авион, али авион бы некий приважал некую химикалии некий, но некий бы покнула в небе и бы знала прийти до некого возвращенка заструпитвы. То зна бы туди. Туди бы рекла гляде воды. Это лето убийство, Дианску, так лаку речем, лето утопленников, огромно бо утопитых. Люди бо потапливались, утапливались будут. Пазите все, как тычет околь воды. Не бы я припорочила на сплошную, было, да мы гремо на море. Вот изугибайтесь море. Всех водных активностей, которые пач на море, там, ядрание, крижанки, береклеше, скутеры морские, там вот эти вот бананы, всякая пач тычет моря, рез изогибайте с тега. Огромно бо долученных скутеров потапливались, бо потапливались ядерницы, бо прихайло до таких катастроф. Вечина тега могучика, как риженка бы потопилась. Море зна подивять, реки знают подивять, зло на ненаваден начин. Бо так и вибрации шли, да, например, ты лежишь на пляже, и на N крат вода наступит и затопит пляжу. Изугибайтесь все, что тычет воды в наследнее лето. Че уже гретенникам надо пусть, петенникам в хрибы надо пусть, но не в воду. То это. Это то, что тычет временских размеров. Зима бота коли, видите, все четыре времена года бо мы видели. Эн тринуток зна быть зло экстремно, другий тринуток зна появляться пач более тепло. На сплошну я говорила о тем, да лето 2023 е женские должны пазить на мошких отрок. Именно на мошких отрок. Это было в ланское лето. В лето 2024 на удару бо мы женские. И я бы все женские упозорила, пазите на своих женских отрок.
Погледайте, опит не страшим. Я сама вам говорим. Я сам мати трьох отрок и мам две внукини. Так что, коль мене туди женские отроци. И я вем зело добре, как я говорим. Кер я туди не можем гарантировать ни за что. Ты легко опозоришь отрока, ты легко ему повеш, ты легко его защитишь, ампак, видите, какие су наши отроци. Просим ліпо, только тичи женских отрок. Млади пунци, кербо огромная смертность младих пунци. Исто тако, как на воде. Утапливаться бо млади пунци. Умирать бо млади пунци. Женские рецим набои мели зело захтевный пород. Зело захтевные породы будут при женских. Знают быть случаи смерти. Ампак то е так у лета. То е просто так у лета. Только тычет отрок женских, погледайте, пазите, с кем садятся в автомобиль. Пазите алкоголя, бо заструпите с алкоголем. В Словении зна быть заструпите с алкоголем. На какой прередитве зна то сгодится. Пазите своих отрок, пановно речу, алкоголь, дрога, кай дают в пиачу, кер є пунцы. Видите, когда ты греш некам на журку, али ты заупаеш некому полі лаху с тобой некі згодиться. Зато упозоріла тако. Женські на сплошну тука, бо самі призваяли нека версти насилія. Самі бо провоцирали своїх мошких на нека насилія. Бо знала быть смертность в дружинах заради некой провокации женских. Никак у нашей энергетика при женских бо подивляла. Туди треба заведать до той тринутной ситуации и понаваде я речим людям, че ты фуль-фуль знемирен, фуль никак вот так живчен. Узамиш 270 ур. 270 ур часа, да ты маль помиришься. Лежишь спать, ютри там уже другаче размышливаешь, по ютришням ты ше другаче размышливаешь, через пару дней ты будешь рекал, по все то не так худо было. То есть не падайте на первую жогу, да делайте некие решитвы на первую жогу. Вот тега изугибайтесь, просим вас, ліпо. Так что берегите женских отроков. Зна тука при здравстві, чи ми вже говоримо о здравствених задівах, тука я сам рекла, де бо при женських породи захтєвне. Погляді, зна бить нека жужелька. Жужелька приближно тако нека стеніця. Іменується стеніця, некі подобного. Та жужелька, то є бо напад таких жужельк. Те жужельки, бо едли синтетику, все, что синтетика. И в синтетике, бо плодилась та жужелька, она бы из рака пришла. То я поменее да лахко тука играча вот трошки, бо грызла. Главное, синтетика вот с тем повязана. То я никако было, некий вышла из-под контроля. Так речем, вот некая эта жужельки маль зашпилала, и она начнет нападать у сека, и паче ей бы дышала та синтетика. Че я здай маль вратимся на зайка, я сам рекла за потрясы и за нравные катастрофы, только маль вратимся на зай. 6 август. Я не вем, кай повязана с этим днем, ампак 6 август... Что-то околь вот этого 6 августа. Кайна, танчна. Я не можем вам поведать, ампак чутим, да, некий эмоциональный, зломочный сплеск эмоциональный. Вот все вертится околь той штавилки. Далее бы рекла таколи, да, гляди динария. По всей вероятности, в лету 2024 будут начали поговаривать о электронской валюте по имену толар. Я не куча рекла, да я бы вратился наш толар. По всей вероятности, он бы пришел в некой другачной облике, этот толар.
уже был поговор для той валюты в электронском виде. На сплошну, бы рекла так, позитивное все для Словении, то да, погляньте, млады, обернитесь вы в свое сане, только вы желите некий устваривать, некий нарядить. Это лето е устваряльно, это лето зло-зло плодно за людей, которые с оптимисты, которые жалят некие свое потетие, некие устваривают, делают свое, не делают за кого-то, делают за себе. И то лето, че отлучитесь народить свое потетие в добро людей. Верямите мене, вам добро бо вратилось. И подетие, которые бо отперты в лету 24, бо зело-зело успешны. Зело бо успешны. Поглядайте вы, только издай грена велико уметная интеллигенция. Говорит о уметной интеллигенции, поговаривают о уметной интеллигенции. Только тыче тега, туди вам бом рекла, не треба тега бать. Только е позитивно, е негативно. Но по моему видику, уметная интеллигенция, которая сдай пришла, вот я вам саму примерок приведем, в шольский программ, да, когда бы прихайла она. Поглядите, отрок, который учится там неком на планине, который бо оценивала уметная интеллигенция, не учитель, который, например, в данности есть слабой воли, али не наспаван, али отрок не так облечен, али отрок некий не так рекал, поразъязил учителей, он занизит некую цену. Видите, как таких отрок, которые сдачи, так вот, глядишь в гостильну, которые уже одрасли у себе, стоят за шанком, и ты глядишь, пьянчик стоит за шанком, а он не кожи, был зло-зло талентиран. Ампак были суники околищины, которые уплывали на него, и он не знал развить себе заради того, как некто со стороны пач потискал, давил, притискивал на него. А вы замыслите, вот этот отрок, который знает, там учится, глядает шолоня преко вот этой уметной интеллигенции, и уметная интеллигенция его оценивает, его знания, не то, как он изглядывается, на каком наречии он говорит, не как он там погой дружина, лишенники, то, как он зна, его знания. Учители бо составляли программ, оценивал не бо учитель, а систем бо оценивал программ. И че ты надарен, и у тебя греют успехи, далее напред ты напредуешь, то есть дается возможность напредавать напред. Видите, как мы в Словении имам талантливых людей. Словения, Никоч, запомните, какая вам речь, она бо вече от Швейцы. Мы бом настолько признана держава, ток эколожка, чиста держава, мы бом эне водильны в свету. Тяжко вам то разложить. Вы мыслите, да то и не могуче. Погляйте, дайте вот этот программ, который у нас има только у главе, пониженности, мы смо хлопцы, мы не смо хлопцы. У нас зло талантированные люди, у нас зло плодна земля, чего коль все бо заструплено. Верямите, славянский продукт, он бо ценился в свету. Наши знанственники, наши отроки, которые роены на этой земле, они не коч по все то дигнули. Верямите, да, уметная интеллигенция, которая прихает за наших отрок, за нашу Словению, она бы отдала Словению зло-зло на высокий небо. У нас огромно талантированных людей, у нас огромно добрых спортников. Поглядайте нашу младину, то есть златые отроки, то интеллигентные отроцы. То не отроцы, которые покваренные. Че вы поглядаете Америку, как там дугается с отроками, как у там у насилия. При нас дианску не было такого насилия. У нас было убийство отроцы. Кер мы будем поносны на наших отрок. Рез будем поносны. Кай бы еще вам рекла, этот год, желим так завершить на эне позитивной ноте. Этот год — это энергия, это код энергии.
И этот год энергии – это год энергетско-правичной, силовито-энергетской правичности. Тоже хотела поведать. Драги мои, с вами в данас была энергетический терапевт Елена София Синичер. Я желаю вам всего наибольше в лето 2024. Мой сплет на стран www.elenasinicer.si. Чи желите прочитать мою наповедь, легко грейте на сплетную стран www.videosvet.si. Будете сречны. Рада вас и вам.